Да, надо. Вот эта вот коробка, она принадлежит тебе и только тебе. Да, он хотел это посмотреть. Теперь можешь сесть на стульчик и спокойненько в ней поковыряться. Ну давай, поковыряться. Ну ладно, ладно. Я как честный человек. Ну ладно, ладно, я снимаю. Ну видишь, счастье есть, оно не может не есть. Боже мой! Вот это вот то, что надо! Вот это просто! Офигеть! Какой довольный. Боже, какая прелесть! Она такая маленькая! Да, конечно, это для женщин, которые не едят после 6. Да я ее вообще не ем. Я вообще не ем. После этого. Боже, какой довольный. Бисер! Много бисер! Ты его смотри, сколько. Ух ты! О, это такие прелести! Боже! Прикинь, это сокровище! Это вот это мы клад тут нашли! Это... Боже, какие классные штучки! Ух ты! Ой, лялька довольная такая! Такой радостный! Ну вот, видишь. Крампушки? Ну да. О, да. Это лунные волшебные. Волшебные крампы. Тут все волшебное. Даже можно вплетать, да? Да. Офигеть. А, да. Это лупа. Глазам своим. Чтобы видно. Боже. Ты довольный. Ну понятно. Это классно. Да, она такая большая, ему. Сейчас. Помоги мне. Все, надо это один, да. Так, началось. Например, как началось. Офигенная. Да. Так, первое изделие, она покажет тебе прямо сейчас. Да. О, боже, обалдеть, сколько его тут. Ну. Грабануло, да? Так, конечно, пока тебя не было, может тут... Так, бывает вообще. Обнимашки. Нет, я ни при чем вообще. Я вообще ни при чем. Я просто тут сидела, а они тут это все... Они все это делают. Да вот, да. Спасибо. Вон ты тоже почувствовал. Ладно, не будем показывать вот это. Нет, теперь поройся вон там. Нифига себе. Да, это добыча. Обалдеть. Где вы это все взяли? Да так, вот клад нашли. Не показывай это. Это красненькое, надо вот в этот пакетик. А, понятно. Вот все вот это теперь вот этот пакет. Это все есть. Все. Он там, да, суть там. Это склад. Порядка 25 видов. Да, перебирали. Это все твое. Это довольно. Все.